Новые информационные технологии в экономике, управлении, образовании. Так называется научно-практическая конференция, которая прошла сегодня в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Развитие цифровой экономики, использование информационных технологий в образовании и подготовка IT-кадров – такие темы обсудили на конференции. К работе подключились эксперты, бизнесмены и студенты. Более 400 человек из Чебоксар, Москвы, Казани. На самом деле здесь много задач в плане воспитания IT-специалистов, качественного обучения и также активно сейчас развивается тема взаимодействия бизнеса и образовательных организаций с целью качественного обучения, дополнительного обучения будущих IT-специалистов. Мне очень радует тенденция, что школа активно интересуется и собственной автоматизацией, да, и развитием вот IT-навыков у школьников. Вот, и об этом сегодня вот мы очень много будем говорить. Об автоматизации говорили и в пленарной части конференции. Информационная система «Цифровая школа» – инструмент для управления образовательным процессом. Ее используют в школах Москвы, Владимира, Великого Новгорода. Есть широкая линейка, в принципе, программных продуктов для образования в целом. А если мы говорим про общее образование, соответственно, это рождается вот в некий такой комплекс автоматизации образовательной организации, в том числе и школы, да? Сейчас они, начиная от входа в образовательное учреждение и заканчивая выдачей аттестата. Обмен опытом продолжился в тематических секциях. Одна из них – обсуждение проекта «IT-школа. Точка роста». Его удалось реализовать благодаря поддержке фонда президентских грантов. Данная IT-школа сделала возможным обучить студентов по самым перспективным в IT-специальностям и направлениям. Данный опыт, он, наверное, в какой-то степени уникален, поскольку здесь мы собрали и студенческую молодежь вузов, и колледжей, и вот на базе крупных IT-компаний Чувашии состоялись обучающие семинары, мастер-классы, ну и непосредственно сама стажировка, где студенты на практике смогли овладеть конкретными знаниями. Такие конференции проходят ежегодно, они хорошая площадка для обмена опытом, подведения итогов и старта новых цифровых проектов.